Так что повестка дня увеличена. Оригинал документов. Начинаем просьба обратиться к руководителю партии. Я уже третье заседание прошу. Делай. И как раньше в коммунистические времена всех залетчиков на доску. Не позорят, да, не позорят, у нас на самом деле сегодня отсутствует Владимир, который поведомил в своем отсутствии. Это Вячеслав Андрейчук и Евгений Рыбак. Они предупредили, что их не будет, чтобы на них сегодня не рассчитывали, на их не будет. Остальные депутаты, Лазута Катерина Юрьевна, отсутствует по неизвестной причине. Что куратор не знает, что голова не знает. Гусев. На работу. Александр Сергеевич также отсутствует по непонятной причине. И Копейко Игорь Николаевич тоже отсутствует по неизвестным причинам. И Ентин Олег Владиславович. Владислав Олегович также отсутствует по неясным причинам. Обещала привести за руку всех депутатов. Ну не смогла. Еще 3 минуты.